Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду делать вот такого милого пасхального кролика. В интернете я нашла шаблон вот такого кролика, распечатала его на половине листа формата А4. Вырезаю шаблон, оставляя только те детали, которые находятся на первом плане, то есть одно ушко, одну лапку и одну заднюю лапку. Ссылку на этот шаблон я оставлю в описании. На обычно гофрированном картоне я обвожу отдельно каждую деталь. Отдельно туловище, отдельно ушки и отдельно лапки. Для того, чтобы сделать передние и задние лапки, я прямо с шаблона вырезаю приблизительную форму лапок и перевожу на картон. Делаем по две детали. Точно так же мы поступаем с ушками. Вырезаем все детали. Чтобы было легче вырезать, я сначала отрезала нужную мне деталь от большого куска картона, а потом вырезала по контуру. Для придания объема деталям я буду использовать фольгу. Сминаю ее по форме детали и приклеиваю на горячий пистолет. На туловище я буду делать объем с обоих сторон, а на лапках только по одной стороне.
та сторона, на которой будет фольга, это будет внешняя сторона лапок. И вот что уже получилось. Ушки я не буду трогать, оставлю их плоскими. Серую шерстку для кролика я буду делать из тряпки для уборки, купленной в магазине Fix Price. При помощи горячего пистолета я начинаю как бы обтягивать все туловище этой тряпкой. К сожалению, эта тряпка не так сильно тянется, как я думала. Поэтому у меня тут получилось побольше складочек. Если у вас есть ткань, которая тянется получше, то складочек у вас будет меньше и работать будет намного легче. Все хорошенько приклеиваем и лишнее отрезаем. Туловище готово, теперь обклеиваем лапки. Здесь все складки от тряпки я стараюсь направить на внутреннюю сторону деталей. Детали готовы. Теперь я приклеиваю к туловищу ножки. Приклеиваю так, чтобы кролик мог стоять. Также приклеиваю передние лапки.
Теперь ушки. Ушки я приклеиваю на кусочек тряпки, вырезаю и приклеиваю еще с другой стороны. Если на торцах ушек плохо приклеилась ткань, то можно аккуратно пройти горячим пистолетом и подклеить. Оба ушка готовы, теперь можно их приклеивать. Чтобы сделать хвостик, из кусочка фольги я скатываю овал, обтягиваю его тканью и приклеиваю. В дополнение к ролику я решила сделать пасхальную корзинку. Из картона вырезала кружок и полоску и склеиваю корзинку. Не забываем про ручку, но ручку лучше сначала обкрутить джутовой нитью, а потом приклеивать. Я про это забыла и сейчас приклеила, позже ее оторву. Чтобы корзинка была похожа на корзинку, я решила ее обкрутить джутовой нитью. Наполняя корзинку маленькими пенопластовыми яйцами, веточками вербы и искусственной зеленью. На горячий пистолет приклеиваю корзинку. Из тонкой атласной ленты завязываю бантик кролику, и моя работа готова. Вот такой симпатичный пасхальный кролик у меня получился. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока!